Добрый день, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас я нахожусь в Турции, в регионе Кемер. Мы будем с вами инспектировать отель Чемьюва. Друзья, если вы хотите быть в курсе последних новостей в сфере туризма, подписывайтесь на мой канал. Ресепшн. Мозаика интересная на стене. Территория отеля небольшая, бассейн, аквапарк, амфитеатр, 12.05, тип номера стандарт, ванная комната, ванна, душ. Три кровати отдельные, покрытие, паркет или ламинат. Если кровать, здесь открою. Плазменный телевизор. Центральный кондиционер. Номера чистые, аккуратные. Все хорошо. Балкон небольшой, с видом на территорию соседнего отеля. Elite Life отель. На дорогу. Небольшая детская площадка, одна горка, качели, настольный теннис. Бар. Вечерняя шоу-программа проходит. Таких есть? 12.13. Этот номер предоставляют только тем гостям, которые второй раз приезжают. Ванна такая же. Комната, видите, она больше. Здесь одна раскладушка, одна большая кресло, диван и телевизор. Поинтереснее номер. Вид с балкона на территорию соседнего отеля, дорогу. Балкон небольшой, только два стула вмещает себя. И на бассейн. Интересный номер. Одна раковина. Ванна. И душ. Бар в ресторане. Можно завтракать и обедать. Вот на таких креслах. 12.03. Стандартный номер с френд бэч. Короче, с большой кроватью. То есть все то же самое. Паркет, такой же номер, только одна большая кровать. Балкон такой же небольшой, с видом на соседний отель и на дорогу. Выходя из отеля, сразу попадаете на улицу, где продают вещи, кафешки. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Viking Touristic. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.